Людей будут принимать больше, а времени на это тратить меньше. В Чебоксарском многофункциональном центре заработали новые окна. Было 23, прибавилось еще 6. Новые окна в МФЦ открыли, чтобы за самыми популярными услугами от федерального до муниципального значения не выстраивались длинные очереди. Сегодня мы оказываем 158 услуг, но из них может быть услуг 12-15 наибольшей популярностью пользуются. Ну, это услуги ФМС, российские, заграничные паспорта, регистрация сделок с недвижимостью Росреестр. Постановка на всевозможные очереди, на получение субсидий, на жилье, на садики. Принимаем по принципу одного окна, то есть у нас во всех окнах принимается весь одинаковый набор услуг, оказываемых в стенах МФЦ. Новые окна продолжат открывать, но уже в других зданиях, так что в недалеком будущем свои центры появятся в микрорайонах города. Так в Северо-Западном под эти цели планируют реконструировать здание по адресу Ильгера, 18. В Калининском районе МФЦ предполагается построить недалеко от ДК «Тракторостроителей». Ну а в Юго-Западном районе 19 окон заработают уже в этом году. Их разместят в ДК «Салют». Увеличивать будут не только количество окон, но и перечень услуг. Граждане, сюда приходя, отмечают, что не все присутствует, что они хотели бы видеть. Сегодня идет обсуждение введения услуг, всех услуг ЗАГСа у нас. Также большой процент граждан пользуются этими услугами. Это свидетельство о рождении, регистрация брака, к сожалению, развод. Задача властей города – перевести все городские услуги, сегодня их 60, в стены МФЦ. Уже не надо будет ходить в стены администрации города, беспокоить чиновников, теребить и им, и себе нервы. Кстати, список услуг, которые оказывают в МФЦ, сейчас можно найти на сайте организации. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.